В освобожденных от армянской оккупации районах Азербайджана создаются модульные общежития для военнослужащих. В модульных общежитиях, предназначенных для компактного размещения личного состава в полевых условиях, создана вся инфраструктура. Общежития, к которым подведены линии электропередачи, вода и газопроводы, оснащены медицинским пунктом, столовой, кухней, оружейной комнатой и банно-санитарным узлом. Соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются в плановом порядке.